Сегодня у нас особая акция, особое предложение от доктора Канданга. Каждый третий продукт вам приезжает за 500 рублей. За 500 рублей! Ну, а главное предложение сегодняшнего дня – это капсулы омега-3 с южнокорейским красным женьшенем, которые необходимы именно сейчас, в переходный период, когда у нас серьезные перепады атмосферного давления, температуры, проблемы сердечно-сосудистой системы обостряются, упадок сил. И все эти проблемы активно проявляются в холодную погоду. Иммунитет падает, мы часто болеем, страдаем от головных болей, плохо спим. Утром нет сил подняться. Омега-3 с красным южнокорейским женьшенем улучшает кровообращение, деятельность сердечно-сосудистой системы в целом и поднимает иммунитет и дает защиту. Курс на полгода. Вы получаете всего за 999 рублей. Успевайте заказать, возьмите на подарки своим родным и близким и заботьтесь о своем здоровье. И сегодня с нами на прямой связи доктор Ли Ван Дже, это почетный профессор Сеульского национального университета, председатель правления Корейского анатомического общества и президент Корейского общества иммунологии. Пожалуйста, доктор Ли, расскажите об этой уникальной разработке. Я приветствую всех телезрителей телеканала Шопеншоу и хотела бы сказать, что в первую очередь корень корейского женьшеня – это источник жизненных сил и иммунитета. Для тех, кто чувствует упадок сил, перенес заболевание, часто простужается, жалуется на плохой сон, на плохую память, на высокую утомляемость, головные боли, а также на перепады давления. Плюс наша формула усилена омега-3, которая позволит вашему сердцу и сосудам работать бесперебойно. Каждая способствует более мягкому воздействию женьшеня на сердечно-сосудистую систему. Это эффективная форма в виде капсул для самого лучшего усвоения и защиты всех органов и систем. Это удобная схема приема. Вам хватит ее надолго, на 6 месяцев. Кроме того, наша особенная формула прошла ряд лабораторных испытаний и исследований на совместимость, которые привели к выводам о том, что в женьшень содержится ряд фармакологических соединений, в том числе ряд тетрациклических сапонинов. Это особые вещества, благодаря присутствию этих растительных компонентов корень обладает свойствами, положительно влияющими на множество функций организма, отвечающих за жизнеобеспечение. В частности, он способен улучшать настроение, поддерживать иммунную систему и когнитивные функции, а также снимает воспаление, нормализует работу сердечно-сосудистой системы организма и еще множество других положительных действий вместе с компонентом омега-3 в оптимальной суточной норме 1100 мг, выступающим как дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот, в том числе экозапентаеновый и докозапентаеновый кислот, лютеины и источника витамина Е. Вступая во взаимодействие в организме, оба компонента не только раскрывают и усиливают свои свойства, но и способствуют лучшему усвоению в организме, принося ему только прекрасное самочувствие. Итак, в первую очередь, конечно же, я рекомендую использовать наш препарат при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при нарушении работы печени, снижении зрения, ожирения, нарушении работы опорно-двигательного аппарата. Действие продукта является источником экозапентаеновой кислот, которые являются длинноцепочными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Фактически омега-3 используется организмом для синтеза высоконенасыщенных жирных кислот, и это крайне важно для укрепления сердечно-сосудистой системы в первую очередь. Принимайте по одной капсуле в день в любое удобное время. Спасибо огромное, доктор Ли. Простой прием, одна капсула в день, и вы получаете необходимое количество омега-3. Женьшень дарит вам энергию, является проводником, и в одной банке это курс на целых полгода. Вы знаете, вот так одну капсулу берем, принимаем после завтрака, и это та самая необходимая дозировка, которая уже доказала свою эффективность. Каждый хороший кардиолог рекомендует прием омега-3 женьшенем. Ну и давайте узнаем, почему так полезно именно омега-3. Вообще, вы знаете, я прочитала очень интересное исследование. В 70-х годах было обнаружено, что гренландские алеуты совершенно не болеют, не страдают проблемами сердечно-сосудистой системы. У них нет высокого холестерина и практически не встречается диабет второго типа. Оказывается, они ежедневно и постоянно едят жирную рыбу в больших количествах, свежевыловленную. И потом те же самые исследования проводились в Японии, Южной Корее. И это подтвердило
исследования ученых. Так вот, представьте себе, насколько это важно. С тех пор исследования по омега-3 проводятся ежегодно. И южнокорейская компания «Доктор Канданга» разработали необходимую дозировку, которая всего лишь одной капсулы в день покрывает необходимую потребность. Расскажите, пожалуйста, доктор Ли, почему именно такой комплекс вы рекомендуете? Абсолютно верно. Я хочу обратить внимание на то, что всем без исключения я рекомендую использовать омегу-3 на ежедневной основе и желательно пройти в обязательном порядке годовой курс применения, потому что, конечно же, необходимо поддерживать прежде всего систему сердечно-сосудистую систему. Это важно, чтобы были чистые сосуды, чтобы было крепкое сердце. Омега-3 — это жирные кислоты, которые играют важнейшую роль в здоровье человека в целом. Они помогают снизить уровень холестерина, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, значительно повышают иммунитет, улучшают функции мозга и снижают воспалительные процессы в организме. Поэтому рекомендуется употреблять продукты, содержащие омега-3, такие как рыба, лосось, сардина, тунец, орехи и семена, а также принимать специальные препараты, содержащие данное вещество для полного восполнения необходимой дозы полиненасыщенных жирных кислот, в том числе экозапентаеновой кислоты, лютеина и витамина Е. Омега-3 – это природный компонент, который помогает рыбам выживать, дают силы и энергии. Представьте лосося, который плывет против течения. Эту выносливость и силу и дает омега. Это природный источник, который поможет и вам укрепить сердце и сосуды, а также укрепляет костный каркас и питает костную ткань. Принимая оптимальную суточную норму омега-3, которая содержится в капсулах омега-3 с красным корейским женьшенем, вы осуществите колоссальную поддержку своего организма. Кроме того, омега-3 очищает стенки сосудов от избытка плохого холестерина, предотвращая образование холестериновых бляшек, улучшает вязкость крови и нормализует артериальное давление. Спасибо огромное, доктор Ли, звоните сейчас. Вот у моей подруги мама принимала в течение года омега-3, положилась на обследование в больницу, чтобы посмотреть, как у нее чувствует себя сердечно-сосудистая система, ведь у нее уже давняя стенокардия, и врачи отметили, что у нее показатели значительно улучшились. Присоединяйтесь и вы получаете целую банку, это на полгода прием, этот продукт никогда не теряет своей актуальности. А заказывая любые три, третью вы получаете всего за 500 рублей. Звоните прямо сейчас.